Я, Пляшка Иван Михайлович, капитан вооруженных сил Украины, летчик-штурман вертолета Ми-8. 8 марта 2022 года был сбит при помощи ПЗРК в районе населенного пункта Новая Басань. После падения чудом выжил, потому что после ПЗРК не выживают. Окружили русские войска, оказали первую медицинскую помощь. Из травм: перелом ноги, закрытая черепно-мозговая травма, осколок в левой руке и множество ушибов. Оказали помощь, отношение человеческое, унижение достоинства не наблюдаю. Война – это плохо. Призываю решить войну дипломатическим путем.